вчера этот голубь остался в ночь на большой. Ах ты ж барбос, вот слепой. Я уже обрадовался, вчера у меня голубь остался в ночь. Смотрю, кто-то ходит темный, думаю, ну пришел, обрадовался, хотел снять. А тоже барёк. Голуба пока нет. Хороший голубь был, черный 3x2. Подкинул молодых и старых. Пару молодых и пару старых. Ведь я их сюда с заноса делаю, я отсюда кинул. Думал, старых домой поведут, а старые наоборот куда-то там навострили уши. Ну ничего. Градусов по 25. Жарко вечером. Но ветерок немножко прохладный есть. Вот они разворачиваются. Начинаем молодежь немножко. Все еще туда уперлись. Разворачивайтесь, давайте. Так, ласточка разворачивается. Сашина голубка. Вот пара молодых развернулась. Белый и этот. Белый и рыжеполосатый. Надо дать подтряжку. Дал подтряжку, надо, наверное, выпускать голубей, то что для них это уже... Да. Но все-таки надо дом показать. Вот, ласточка старая, белый и этот, рыжеполосатый величка. Величка это кличка. Молодые, молодые. Первый подъем, скажем так. Надо открывать, давать подтряжку. Так, даю подтряжку под белого. Белый здесь. Ага, вот он. Нет, это подтряжка, а белый вот повыше. Вот белый молодой. Даже поясного пока не вижу. Так, пока что не вижу рыжеполосатого, это я вот этого сплошного с ними кидал. А это ласточка. Все, да, рыжепоясого пока нет. Белый здесь. Да, рыжеполосатого нет. Ну ничего. Потихоньку, потихоньку первые шажки. Первые шажки молодежи, вот он. Это у нас самый взрослый голубенок по старой паре. Голубка Запорожья, Стаса Волка. Вот молодежь. Вчера немножко, сегодня немножко. Вот. Устал. Молодежь, дом увидел, жарко. Молодчина, сейчас будем ждать. Не сел. Рыжеполосатого где-то нет. Так, это что такое? Ласточка, да? Да, это ласточка наша. Саша на голубке. Лупилась у нас по Сашину голубям. Александр на голубе. 4 часа летала. Так, Витя, пару молодых опять мы поднимаем. Белого и рыжепоясого. Вот они. Так. Молодежь немножко. Приучаем крыша. Белый, рыжепоясый. Хорошо, молодцы. Подтяжку даю. Навиха. Вот они, видишь, как хорошо. Все, они уже белый, видишь, держатся, а рыжепоясый. А, хотя, может, то старые держатся, может, молодые сели. Ну ничего, главное, что они уже знают, куда садиться. Да, то, наверное, старые остались. А может, и белый это молодой. Наверное, молодой этот. Вот, белый молодой. Вот он. Все. Видишь, вот он? Вот. Да, белый молодой. Да. А рыжепоясый быстренько сел. Ну ничего. Главное их так вот. Ветерок сейчас хороший такой. Молодой белый по старой паре. Я же говорю, сегодня так тук они, да, опять, да, дали, знаешь, как бы так. Тук, ну, понял, этот момент. Ну, да.
Они немножко острокрыльненькие, но ничего. Это голуби, можно сказать, по питомник Стас Волк, город Запорожье. Мать спорована с сыном. Это вот дети. Детям не летучие, молодые показывают. Результаты 2-3 часа. Молодежь потихоньку начинаем по ветерку. Ветер, значит, такой хороший. Ветер немножко прохладный с утра. Вот он, видите? Смотри, не сдается белый, смотри. Не сдается. Это мое, упало. Ага. Все, спасибо. А то я трусил и не увидел, как оно упало. Ага, вытрушивал это, оно так упало. Думаю, как достать. Ага, белый держится, видишь? Да, это уже держится. Так. Это уже держится, да. Рыжепоясый, ну, ничего, мы его быстро. Это не, ничего. Главное, да, чтобы... Белый держится, это уже держится. Кстати, в полете летает тут этот 2 на 4. Это мелитопольская голубка осталась у меня. Ну, скорее всего, бесплодная. Я тоже думаю, что она бесплодная. Да. Яиц не несет, с молодым голубом спорована. Возможно, ее за это мне отдали, а может и просто совпало так. Вот это мелитопольская голубка осталась. Еще один рябы есть, рябы буду убирать. Осталась у меня только вот эта мелитопольская и один такой же точно в кудряшок. И один голубок остался. Помните, мы его мазали там. Такие были, история с ним была, он у меня остался. Кстати, вот тут голубок, понял? Вот тут, мелитополь. А ведь я ушел. Ну, белый держится, вот белый молодец. Держится с голубями. Это у нас самый первый голубенок по возрасту. Так что почему он и первый начинает? Он по возрасту самый первый, самый сильный, был один. По всем его... Ну, задатком будет летчик. Минус я вижу у него, это острокрылость. Ну, у наших голубей острокрылость это 95%, скажем так. У всех острые крылья. Ну, это так, как Андрей говорит, а почему острые крылья? Я говорю, ну, потому что, говорю, тупые крылья сделать людям сложно, а острое зачастую получается сами собой. Острое крыло делать не надо, оно само получается. А с тупым, тупое надо любителю приложить усилия, чтобы получить тупое крыло. А острое получится, так как оно... От природы острая. Вот остался мой голубок белохвостый этого года. Кстати, возможно, вот это пара. Вот так я сделал пару. Голубка бесплодная, мелитопольская. Яиц не несет, сидит уже. Белый молодой. Держится уже за лугами. Молодец. Это его первый, ну как, подъемы были, но так он с голубями не держался. Сейчас он начинает держаться с голубями. Что меня лично радует. То он не понимал, что от него требует. Сейчас он начинает понимать, что нужно летать, нужно держаться коллектива. Нужно свой дом при полете. Первое подъемы молодежи потихоньку на ваших глазах происходит. Хочу так показать. Неплохой мой голубок. Еще одного молодого подбросил. Приучаю этот крыша. Просто ветерок немножко есть, но сегодня днем было 32 градуса тепла. А сейчас не знаю, сколько градусов. Надо сюда градусник покупать.
Сколько штук, посчитай? 8 я насчитал. 10. 10. 10 штук сейчас. 11. 11 штук, пока все старые. Пара с Мелитополя там. Андрей один голубок. Одного голуба я своего загнал, 3 на 2. Ролик есть, как у нас, так я его снял чуть-чуть. На ночь он прошел наперед на хорошей высоте. Высота была средняя, но чуть выше средняя. И прошел наперед, и все, с концами. 3 на 2, потерял я хорошего голубка. Кто-то повыше стоит, кто повыше. Повыше пара пидорасов. 2 голуба спорованных. Ни яиц у них нет, ни детей нет. В прошлом году они мне давали голубят белых. Видать, белые там, у меня был голубь, 2 голубки. Белые там снесут яйца, они раз садились на яйца, на чужие, и давали голубят. Я думаю, ну что такое? Нет? Пара сплошных белых дают. Один плод белый, второй плод белый. Это 2 голуба были спорованы. И они были спорованы так один год. И во второй год пришли так же. 2 года вот эти 2 голуба спорованы. Если были бы у меня голубки. Вдвоем живут. Вдвоем живут, ага. Ничего им не надо. На чужие яйца садятся, понял? Белых голубей выкармливают. Так же и летают. Да. И летают вдвоем, да. А что, им делать нечего. Это больше пара, всех, да, да, уже 2 года пара голубей спорована. И только в этом году я определил, что это 2 голуба. А тут я думаю, да что такое? Пара голубей дает белых голубок. Ну что, садятся основной состав. Жарко. Да жарко, не, это голуби такие, да. Не, ну кому летать, а кто хочет летать, им жара не страшна. Да, там вверху прохладно. Да, все. Да, 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 это вот лентяй, Мелитополец садится. Белый не успел сесть, сразу бурчать, видать, голубку гонит на яйца. Пришел. Открыли ротики, понял? Угу. Открыли ротики. Заебались. Ага. Коты. Там надо было оставаться. Там не так. И пидорасы сами. Взлет посадка. Никто не полетит. Видишь? Не, не увидел я. На какой? На 9-этажке. Ну, это хорошо. Для молодого это хорошо. Пусть посидит, посмотрит. Ага, увидел, вон они. Сели на 9-этажку. Там Сергей Иванович, он не в курсе, понял. Ну, в общем, там, видать, таких я собрал тебе. Ничего, посидят и прилетят. Это молодой там ангел, серый ангел. Голубь Сергея Ивановича сплошной и белый мой. Так, оно вверху пара осталось, тут ползают. Вверху, вон одно. Ага, да-да-да, осталась ласточка и леший, и бурый. Вот бурый, ласточка повыше. Сергей Иванович лезет, лошнячок. Голубята у него пропали. Дал я ему ласточку, ласточка летает. Хороший лёт на голубку дал, но голубята не досидели они. Иногда такое бывает, когда голуби встают. Ага. Молодой один остался. Вот молодой как срывается красиво. Не успел я. Сергей Иванович сплошной, голубят не дал. Встали они. Иногда голуби не досиживают один день, встают. И голубята
умирают. Так получилось и все. И леший сел с ним. Ага, леший сел. Ну-ка, леший. О, рот раскрыл. Жарковато, жарковато. А ну-ка, отойдите от него там. Рот раскрыл хорошо. Жарко все-таки. Да. Дышать им там тяжеловато. Он его закрыли, рот раскрыл, там жаловал. Да, тяжеловато летает. Ласточка осталась, да? Да, летает. Ну, ласточки все равно, да. Молодого серого ангела. Где ж тут серый ангел? Вот он. Хорошо поднялся. Конопатый по ангелам. Вот он, молодой. Это он там посидел на девятиэтажке и идет домой. Это серый ангел. Голубенок по Славе из-под Киева. Фамилия не знаю. А, фамилия у него эта. Сейчас я вспомню. Так, все вспомню. Ага. Да. Смотри, так и потряхивай. Проходит, блядь. Слава. Это сейчас нахуй на восьмую пиздует. Ага, набирает. Набирает и попиздил куда-то. Это он на круг такой дает. Ворачивает, это он круг дал. На так круг пошел. Давай, Витя, ага, потряшку давай. Выгоняй все голубей. Оп, что-то боится. Ласточек боится. Ласточек боится. Да, швается. Набирает он высоту, да? Да так, пока на месте. Вот по тебе и ангел, да? Вот да. Тебе и молодец. Верит уже, блин, как взрослый. Да. Серый ангел. Под конопаты. Славный. Голубей. Даренек мне на полигон. Ну, значит, эти ласточки шугают. Ну да, они его сбивают. Одна голубка чисто славана, а шугается. Голубок по славанам. А их там, блядь, пиздец. Облепили. В общем, 75% это голубя слава. Из-под Киева. Ну, а над ним этот же, видишь, стоит. Кто? А, это ласточка? Ласточка. Над ним стояла, да? Да, он рядом, они так. А, вижу он. Да, и ласточка вот над домом стоит. Это, а это голубка Александра II. Налупилась у меня пара Александра голубей. Была. Голубка осталась. По ним. Тоже конопатая сплошная. И он конопатая сплошная. Видно, голубенок уже в силе такой. На вечер-то это как раз сама то. Вот у нас. Серый ангел. Хвост хорошо раскрытое. Крыло относительно широкое. Для нелинного голубенка это хорошо. Крыло длинное. Хороший голубенок. Лучше получился немножко мамки. Мамка у него такая. Неплохо. Слава, смотри, это твои дети по твоим голубям. Конечно, там наша немножко работа есть. Ну и там 25%. 75% это твоя кровь. Серый ангел первый. Все, садится, хорошо, молодчина. Нам так и надо. Хороший голубенок, середнячок, я бы так сказал. Ну, даже ближе
Середняк ближе к лучшему. Здесь середняк ближе к хуже. Это середняк ближе к лучшему. Молодец. У него кличка Серый Ангел. У них еще два голубенка есть, уже окольцевал. Ну, какая там ротик. Ну, молодец, ротик все особо не открыл. Может, не так жарко уже стало? Ну, немножко есть, но не так, чтобы. Молодец. Ну, хороший мальчик. А может и девочка будет. А, вот так серая, думаю, да, девка. Да, серая. Девка будет, да? А. Угу. Серый ангел. Да, дышит они хорошо. Ласточка летает, да? Вон она, вон она. Она зашла на... На круг. Да? Что ты говоришь? Это моя мама старая. Решила подышать свежим воздухом. О, ласточка летает, хорошо еще. Ласточка не сдается. Он ласточка. Александр II, город Кременчук, фамилия Славко. Летные у него голуби. Одна Сашина ласточка полетала. Ну, как бы хоть и жарко всем было. Вот одна она. Ну, с полчаса, наверное, полетала она. Недолго, но подержалась. Одна голубка. Ласточка Александр Славко, город Кременчук. Кто хочет голубят... Витя, как ты говоришь? Веха, как ты говоришь? Кто хочет голубят на полигон, когда сдавать? Скажи, а то же опять будут сдавать в этом, в августе. Да, ну зачем они что-то? Да. Кто хочет сдавать голубят на полигон? До только... 20 мая. Да, только начинают кушать, присылайте. Будем гонять, показывать. Не, ну, чтоб желать, он как он сейчас, уже ж некоторые на крыше сидят даже. Да. А что ж потом? Да, потом. Даже человек... В конце июня, да, там жара, там да. Сидит необкатанный голубь, потом в линьку пошел, да. А уже сила есть, а все облинял. Не, линьку когда отдал, все, что ж ты с ним нянчиться будешь, начинаешь заносить со всеми, а он не обкатанный. Да, 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 ему пиздец, он не может, блядь, подняться. Не, рвануть может как раз так, что и думает, че дурной он, че... Да. Вот на этих думают, че дурные, че не, которые на девятиэтажке посидел, потом слетел. Вот тут подорвал чуть-чуть, видишь, он. Ну да. Его знает, да. Что от него уже ожидать. На этого или дурной, или. И это рот открыло. Жарковато все равно. Поймал. Трое белых, два старых, один молодой. Витя погнал, утречко. Тиховато, но ничего. А ты, наверное, два старых. Еще Витя понес. Еще понес? Да, да. Я пуда, здесь тут, на девятиэтажке. Виха еще подтряжку делает. Мы на дачу сало коптить. Там покажи некопченое сало, какое оно, чтобы люди купили. Ага, вот оно не копченое. Будет копченое с мяском. Будет копченое с мяском, бочинка. С прорезкой, как кажут. Так, вот. Адидас называется. Адидас? А, точно, три полосы. А кто это такой, тебе сказал? Хорошо полезла парочка белых. Вот пара белых, это старый. Молодой, наверное, с ним чуть-чуть не держится, но ничего. Три белых пошло вверх. Двое вместе, этот старый. А где молодой, не видишь? Молодой.
Да. Ну ничего, по такой погоде это хорошо. Тихо, хорошо. Сейчас вот, вот еще Витя кинул. Двух старых и серого ангела. Вот еще молодой серый ангел. Сплошной, видишь? А, Витя гоняет голубей. Нам надо на дачу ехать. О, а это его. Это мамка он. Не, это серый ангел. Потому что он еще кинул. Ну ладно, Витя гоняет. Нам надо. Серый ангел набирает. Молодой, молодец. Вон, смотри, один белый. Уже хорошо поднялся. Видишь? Видишь один? Да, вижу. Это из той пары или нет? Сейчас едем. Ангел. Так. Так, ну что, посмотрим, как Олег у нас сало прокоптил. Значит, жир топит. Топится жир. Видите, вышкварки продаются у нас. И жир топленый. Слышь, а какой это внутренний жир или сало? Сало это, я внутренний не топлю. Это сало перетапливается, продаются вышкварки. Жирок. И жирок. Так, пошли, покажешь сало. Сейчас увидят. Ё-моё, какая красота. Адидас. Это Адидас. Ой, бочина. Ё-моё. Это самые бочки, да? Угу. Вкусная будет завал. И даже пузанинка там кусочек, я видел. Да, пузанинка есть, да. Может, завтра приду, куплю. Ну, все такое, видно. Да, нету слова. Венечки на баню висят. Паримся. Да, ну сейчас... Сейчас у нас 3 мая, температура 33 в тени. 33 в тени, но сегодня хоть ветерок пошел. Сегодня 4. А, 4 уже, понял. Хоть ветерок пошел. Красота. Ну, у меня есть. Если бы не было, я бы, конечно, бы взял кусочек. Сейчас посмотрим. Ну-ка, ну-ка, обожди. Ну, чтобы сильно не пережарили. Да понятно, да. Хватит, наверное. Да, отставляй. Потом будем разливать. Угу. А запах какой идет хороший. И вышкварки продаешь, да? Ну, конечно. Почем вышкварки? Да так же, в стакан. В стакан? Ну, сколько? Это продает 20 гривен стакан, я по 15 поставлю. По 15, значит... Ярошка. Ага. В общем, продает где-то полдоллара. Вышкварки и полдоллара. Это я... Меня все смотрят, и россияне, и это... Они в гривнах не понимают. На ваши деньги это 300 рублей. 300 рублей, да. Все, хай остывает. Угу. А у нас 15 гривен. 20 гривен. Хай остывает. Потом разольем по стаканчикам. Да, и на базар. Пенят. На базар в рубежный. И для людей все. Все для людей старается. В домашних условиях все, бачите. А, кстати, взошли у тебя огурцы? Взошли в бочках. Ну и хорошо. Там все. Нет пока еще, ну я не вижу. Ага, ну и у меня в этих выворках зашли. В бочки зашли. Ну все, счастливо вам. Все, давай. Сегодня молодой ангел белый был на высоте, какой, Витя? Высота? Ну, метров 400 было. Вот, да, белый ангел до 400, точно до 400 метров был, ушел. Я уже крест на нем поставил, вот он к вечеру прилетел. На 400 метрах был белый ангел. Голубенок, да. Слава, да ты шо, точка эта, город, вот белый ангел и рыжеполосатый Александр, ну Александр нечистый, скажем так, это уже с нашими, Александр, а вот этот ангел, белый ангел, это 75% голубей Слава из-под Киева. Кличка Виталик. Вот белый ангел прилетел. Молодец. Вот когда с утра Витя гонял, это было 9 часов где-то. 9, начало 10, да? Мы выезжали. Сало коптить. Он ушел на хорошей высоте. Ну, для... Как на хорошей? Для молодого это была хорошая, да, Витя, высота?
Ну, хай даже не 400, ну до 400 метров, да. До 400. Да, и ушел на Сергея Ивановича, скажем так, да, в сторону? На восьмой. На восьмой. Да, прошел, аж, ну, как бы. Да, не было его, это самое, и вот он пришел. Сейчас сколько время? Пол седьмого. Ну, скажем, да, часов шесть он пришел. Да. Конечно, лазил, сидел, искал, но пришел. Белый ангел по голубям славы. Проверяем приближение камеры. Ё-моё, кольцо вверх ногами одел. Дробинин написано вверх ногами. Понял? Номер вверх ногами. Вон, смотри. Да ты видишь и номер сейчас. Номер сейчас вижу, и дробинин вверх ногами. Ты понял? Я камеру как это. Как камера, понял? Вон, дробинин вверх ногами поставил. И номер свой. Телефона вижу, понял? Вот камера. Точно говорят, что здесь секретарь самолета читают. Да. Да, я слышал, программа нет. Ну, из космоса. Белый ангел. Самолета. Смотри, слава на своих голубят, которых передал полигон города Рубежного. Кто хочет передавать голубей на полигон в город Рубежное? К тренеру Величко. Так какой там ты, он сам тренер. Тренеру Величко Виктору, помощнику колольщик. Тот, что кабанов колет. Тот, что кабанов колет. Я говорю, знаешь, что вот так бы сейчас вот время, то это. Тот, что сало хорошо коптит. У войну дать бы Сталину и Штирлицу по мобильному. Да, Борман понес такой. Так что высылайте молодых голубят. Бесплатно принимаю, гоняю, показываю. А, конечно, говори, конечно. Да. Чтобы они уже 20 мая были на углу крыши тут у нас. Только так. Да, так что давайте. Позже потом брать. 19 июля не надо, что второе яйцо понесет. И там подивимось, понял? Да. Это кто говорил? А тоді я подивлюсь. Кто это сказал? Да ты уже сам знаешь 18 раз. Ну я-то знаю, а... Я хотел, чтобы ты хоть на камеру сказал. Июль, 19 июля. Ходит голубка. Ну, ось, а я, ну, кажу, друга знесе, а 19 сьогодні. А тоді тож буду, я подивлюся. Так, ну, сейчас ждем. А вот с рыжополосатым она. Это подтряжку мы давали. Рыжополосатый голубенок. Она к этому хоть правильно кольцо одела? Или все мне так понаделали? Этому правильно одела, написано Дробинин. Рыжополосатому правильно кольцо одел, понял? А белому ангелу на это, на шиворот на. Пьяный же. Да ничего. Он дома садился. Ладно, что читаешь. Да, читаю. Увидел я уже первого, Витя повез голубей. Вон, видите, один. Одного молодого повез и коллектив старых. Первый кто-то уже прет домой. Прет прямым курсом. Ну, кидает метров. О, вот, блядь, справа над домом. А, вон они выходят все, ага, вон они выходят, вот они. В этом коллективе один молодой белый. По старой паре. Первый раз молодой голубенок кидается с основным составом. Температура градусов, ну, где-то сейчас 28, да? Температура днем была 33 в тени. Сейчас градусов 28. Небольшой ветерок. Ветер восточный. На восточный вроде бы ветерок. Так. Да куда они так, они как бы так. Ну один же туда, они как это коллектив. Сейчас они все вернутся, не переживай. Все будут здесь. Это они так с
скачком идут к себе домой. Один там белый молодой. Ну я и старых кидал, и молодых. Витя с завоза на 300 метров отбросил голубей. Ну полетать они не полетают, ну так, для, скажем так, для разминки. Одного голубя я загнал, остался в ночь на хорошей высоте и все. Четверка на... Сколько кинул голубей, посчитайте. У меня штук 6 попадает в кадр. 7 вроде я считал было. 7 штук было. Что, 7? 7. Надо термометр сюда принести. 8. Заражённый термометр принести, чтобы показывать температуру. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. 9 штук. 9 штук кинули, один молодой там белый. Сейчас Витя придет, даст отчет, пошел он с ними или сел. Это мелитопольская 2 на 4, леший, белый. Вот пара пидорасов. Молодой куда-то пошел, говорят. Вот. Ну, он первый раз на такой высоте, ничего, на вечер пусть немножко погуляет. Бурый. Ну что, молодой? Да говорят, высоко и один. Вот он, наверное, зовет, да. Вот. Видишь, нет? А. Ну вот, а дерево. Может быть, то может быть лентяй. Сейчас глянем, подожди. Что, да? За дерево спрятался. У него есть такая манера, кстати. У лентяя? Да, это нормально. А я его кинул хорошо. Четверку. Ну, это нижнее, да. Это нижнее. 2 на 2. А тут за дерево. Отец как бы... с Херсона, голубка моя. Вот это перебитые херсонские голуби. Неплохие получаются середнячки. Со средним крылом такие. Вылетало молодым до 2 часов. Так, это кто? Это мой по черным. Голубь того года. Тоже у меня результат был до 3. Белый надхоль. Да? А сейчас Витя следит за молодым. Ага, вот пара, и он говорит, подходит к этой паре. Вот это лентяй! Нет. Нет. Белый. Белый, да? На лентяя похож. Лентяй. А, все, значит, вот он, вон проходит. Видишь? Ладно, смотри. Я буду на эту пару смотреть, а то я. Я лучше на пару. А куда брать от пары? Над твоим окном он. Над твоей башкой сразу. Ладно. Туда. Вон антенна. Вот радиоантенна. Да. Чуть-чуть. Вот от антенны сюда вон пошел. От антенны выше, сюда, на... к мусорке, назад тяни. Прям почти напротив твоей головы. Над головой сейчас вертикально. Будет. Тык! Угу. Куда ты? Вот сюда где-то может. Не, еще назад. А, он уж. Вот сюда. Да, сейчас я вот это сделаю. Давай я тебя наведу. Давай. Вот так. Надо ближе на ладно, голову ладно, к нам. Ладно. До того. Эти что? А я ж хрен его знаю. У меня так дальномер не работает. Он сбивает, видишь, сбивает. Он живой, он сбивает. Да, да.
Ну скажи, ну надо же чуть-чуть планировать, а то, чтобы далеко не залететь. Белый, молодой, первый полет, хорошо набрался, выше над домом стоит. Это что, и ломается, бля. Так сядь, я сейчас я встал, постоять надо. Белого, молодого, ищи. И ласточки, видишь, как назло. Ага. Они надо, в голову надо ласточек шугать. Так, 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 сейчас, надо это тут. Опа, вон он, вон он. О, поймал, поймал белого молодого. Все, ха-ха-ха. Хорошо, молодец. Молодцы белые у него. И в том году хорошо себя показывали в этом. Молодой, это самый первый голубенок по старой паре. Ну, я думаю, что это он, а там... Может, это и не он. Да, это скорее всего шумело. Это не он. Вик! Конечно, не может молодой так, блядь, резко. Да. Борзей, блядь. Не говори, нет, то не молодой. Вот Сергей Иванович сплошной. Прилетел. Слышен. Жалко, жалко. Сергей Иванович. Попал ты не в то место. Ласточка тоже. Ну, всем жарко. Всем жарко. Вроде бы лентяй это. Да, лентяй. И выше Паша тракторит белый голубь. Молодого я не вижу. Выше-то Паша тракторит. Лентяй дал голубятка на пати с белой голубкой. Светлый-ка на пати дал. Светло-мурый. А белый повыше стоит, Паша тракторист. Острокрылый и такой как бы. Острокрылый и узкокрылый. В лучшее время у него два дворца. За субсидию как раз они думают. Ну, уже по-другому есть. Смотрю, мангал стоит перевернутый. Полили, жарили, жарили. Я же ей звонил, говорю, ну хоть опилки мои там не спалили. И дрова я нарубил, приготовил на копчение. Они их попалили, блядь. Лентяй садится. Вот пеньки, я порубал, блядь, и сложил. Ага. Они, блядь, взяли и спалили. Молодцы, да? Рубать приход, не хотят. Да, приходит нам все готовое, да. Так, они хорошие такие, как раз. Ага. Ну, так что ты там ничего не рубаешь. Я рубать не буду. Ага. Белый остался один, правда не вижу где. Так, Витя молодежь кидает, на девятиэтажку они. Нет, это не сила. Это идет. Серый ангел. Слава с-под Киева. Серый ангел. Подтряхнуть бы чем-нибудь. А? Подтряхни ей палочкой, слышишь? Вон, у тебя голуби, чтоб они так... Ну, блондину сейчас пойдет. Крутнулся, зараза. Ага, во-во-во-во-во-во-во-во. Блондину, чтоб он не сел. Жалко, если голубинок сразу... Чум, сядет. Над блондином попер. Ах-ха-ха-ха, это мой черный парень пришел. Сначала не пошел, а потом пошел. Из первой тут Паша тракторист остался. Все, а теперь я взял ее. Ага. Ничего, я как раз вижу, они нормально. Садись. Да, та серый ангел вроде бы. Он серый ангел идет. Если что, он. Бляха-муха, чтоб подтряхнуть под серого ангела.
Вот он идет, вон он идет. Зайди в голубятню, Миша, возьми что-нибудь и подбрось. Зайди, подбрось что-нибудь. Или выпускай голубей так. О, молодец. Все, класс. Хорошо, потряхнул. Серый ангел. Что ты? Молодого кинул? Не того, видать. Маленького кинул. Малого кинул. Ну, вот ё-моё, да. Ну, ничего, что. Маленького кинул. Да, ну не малого. Да, не, малого тут зря кинул. Да, видел, что малого. Это серый ангел, цени. А он пришел. Нет, это не серый ангел. Ну, ничего, ага. Да, это какая-то сплошная. Все, значит, слава богу, серый ангел на крыше. Это да. Какого ж ты там кинул? О, Витя еще кидает. А, он тут рядышком. Он тут рядышком. Ну, это приучает он их так, как бы, к домам. Тоже молодежь. Ну да, там одно молодое берем, одно старое. Одно молодое, одно старое. Вот старые идут, а молодые там. Это масляная Андрюха, голубка. Молодые все там сели. Ну ничего, они сейчас посидят и придут. Пусть осмотрятся, это хорошо, когда так молодежь. Сверху осмотрится. Сколько градусов? Рыжа полосатый. Нет. Нет, это Андрюхин. Это Андрюхин рядом. Нет, я думал, рыжа полосатый. Молодежь там сидит на доме. Как раз она и сама. Ага. Ну ничего, ничего, ничего. Белого молодого так и нету. Все. Рано кинули. Ну ничего. Я думаю, что он уже. Куда же он мог деться? Полетает, должен прилететь. Раз не открыл, походу. Силу ветра меряет. Ну что, мне сел давно, я его не трогал. Дерется, хвост весь поломал. 3 часа. А летает. Это не тракторист! Ё-моё, это тракторист. Так то, что молодой белый летает. Ё-моё, то молодой белый. Все хорошо, ёперный балет. Хорошо, все. Желтое ж кольцо, блядь. Ну. Молодой летает. Ё-моё, тракторист тут был. Это кто летит? Кто ж это тут? А, это Мелитополь рядом. Лентяй. Такой простячок, лентяй. Ну ладно. Так. Вот сволочь. Да, молодой белый в горе летает. Выше всех и дольше всех. Один. Никого ему не надо. Ну хотя может быть там и старый голубок. Опять кинули этого Мелитополя. А Мелитополя, что я все купил? По Херсонцу. Идет молодежь, вот молодежь с крыши. А белый в горе. Это пара гнездюков. Один две середки, другой. Одна сбоку. Пара гнездюков. Или как Валера говорит, одна гнездюка. Крупные такие получались первый год. А белый стоит, не знаю, молодой или нет. Если молодой, то ему надо очень хороший поставить, жирный плюс сегодня. Да, белый... Не с кем, да? Не с кем, не с кем белому.
Дело мымецкое. Да, мы его тоже увидели. А вот он над тобой. Не видишь, да? Ну-ну. Вот он прямо. А, увидел. Ага, во-во-во. Сейчас я попробую. Белого на голубом. Это мой черный. Главное, чтобы не было больше лобов. Он же закатал его. Пока крышка не он закатал, он закатал под крышку, она не сгнет, говорит, солидолом ее смазал. А я тоже пробовал, смазал. Это моя двое. А нахуя столько сала хранить, я не понял. Не, ну это нет лишнее. На черный день. Да ну какой там черный день, господи. Не, ну если закрытая нормально стоит, да ну чего. Блядь, да и сейчас ему, наверное, и нельзя уже сало. А. Уже додержаться, что нельзя. Хозяин, ебать как. Ну, да он самогон закапывал, по 10 лет стоял под землей. Травяные настои залиты самогоном. А моя головка, долго ее не трогала? Не трогала, кинула, она раз, она готовая. Вот так готовая, вот так, вот не падает, как тряпка. Годами в руки не беру. Белый молоток. Что это Коля дал? Вот мне дал таких конопатых этот лентяй. Вот конопатые, видите? Они будут такие вот. Это будет точно как лентяй такой светлый. А это вот такой вот, да, вот. Это вот по лентяю. А какого цвета, Миша, ты кинул голубенка? Черный. Черный? Он, наверное, уже там. Не-не-не. Вон он, я его вижу. Да, Миша вот этого голубенка пульнул так, что он об крышу бабахнулся. Я говорю, потряхни что-нибудь, он его, хватит малого. Баба. Не успел парашют открыть. Не успел парашют открыть. Что бы мы еще делали, если б не голуби, да? Да. Рыбу. И не дача. Рыбу ловить. И не дача, да. Рыбу ловить тоже дорогое удовольствие. Поедь туда, блядь. Вот да, светлый да, ангел, да, белый да, ангел, да, нет, который сегодня отлично себя показал. Был на хорошей высоте, Витя говорит. 300-400 метров для голубенка, это хорошая высота, ушел на 8-й и вот прилетел, сейчас, наверное, попьет водички. А я перед мостом влел. Водички, наверное, хочет, потому что было день жарко. Он пошел водички попить. Ах, не дают ему скоты. Ну ничего, воды так хочется, что... Он плевал на ваше не дает. Напился. Молодец. Еще не напился. Не, напился, молодец. Белый ангел сегодня. Пятерка с плюсом. Слава с под Киева. Кличка Виталька. Виталик. Мы увидели белого. Сейчас попробуем его поймать. Молодец. Если это молодой, то. Очень хорошо делано, а вот он, сейчас где-то он тут. Так, где-то тут он. Вот. Ну, давай. Ах ты ж, бляха. Вот он уже надо мной. Гуляет он, правда, но один. О, поймал. Над нами, хорошо. Неужели это молодой? Не пойму, какой. Гравл.
Ну, если молодой, то памятник поставить тоже. Один. Около часа вылетает. Если кто-то на горизонте. Блять, не боже, куда хуярит? Тоже, вот это, наверное, молодой. А ну, потряшку ведь сделай, Миша. Только не молодым голубом. Вот это молодой, все, то не молодой летает, то, наверное, вот молодой. О, давай, давай, хорошо. Ага, ну опять проходит. Возьми ту херню, ага. Сейчас, обожди только, я по команде. Два белых собралось, один молодой, который не летал, и второй старый. Так, сейчас мы попробуем поймать, небо уже сереет. О, о, вдвоем они собрались. Так, сейчас мы скорректируем камеру. Над домом парочка белых. Ну хорошо, потряшку даем. Вот прямо, ты смотри, ну у нас и высота небольшая, ну что такое? Не фокусирует камера. О, хорошая потряшка, значит сядут они оба. Ну тот-то сядет, то понятно, что один горе был, один молодой. Фокус, камера возьму сейчас. Хорошая потряшка. Ну, я думаю, сядет белый молодой. В общем, здесь. Да, один белый полетает. Вот они вдвоем сейчас так хорошо. Сейчас мы их поймаем. Ну как тут фокус взять на таком небе? Видите, небо бездонное, оно, камера не берет фокус. Пусть набивают крыло. Да, не фокусируют иначе. Вот, вот, поймал их. О, слава богу. Вот. Вот молодой белый. Ну, молодой не летал, а летал старый. Ну, какой старый? Тот, что в Северодонецк председателю клуба залетал. Тот. Голубок полетал час где-то. Это молодой. Тоже его не было, не было. Вот он недавно подошел тут немножко. Где-то он сидел. И вот на вечер пришел домой. Белый молодой садится. А верхний еще там. Вот садится белый, я думал, Паша так красный, нет, это белый. По нашим городам, я думаю, тот, который... На муравьиную кучу привяжу. Да я принесу. Молодец, садим, жару полетал, без никого. Больше часа. Под запыхался тоже. Ты ругаешься долго. И я был должен мужику на базаре. Взял. Под запыхался. Ну ты ж отдал. Так, ладно.